До хрена лет назад, в отвязные времена, известные как 90-е, жил парень по имени Рикардо Родригес, проще Ред Роджерс. Сидел он, значит, у себя в конуре и играл в видеоигры, как вдруг... Ред, пора в кровать, тебе завтра в школу! Это была вечная кайфоломщица мама. Но я ненавижу школу и не пойду туда. Еще как пойдешь, малец, и даже не думай мыкать. Но, мам, у меня тут самая жесть посреди уровня. Если не хочешь навсегда забыть про эту свою игрушку, живо отправляйся чистить зубы и спать. Сейчас же! Это не игрушка. Да мне плевать. Вырубай! Прям сейчас, мистер! Его зовут Дасти! И не нужно мне чистить дурацкие зубы! О, поверьте мне, нужно! Когда Рад спал и видел прекрасные сны о том, как он побеждает финальных боссов, вдруг его что-то разбудило! Странный глюк появился на экране телека, и он не выключался! Он и меня попытался вырубить, но это работа для моей бывшей. Как раз тогда, когда он слегка меня шваркнул, его тут же засосало в ящик. Мораль сей басни такова. Не слушайте родаков, и классное дерьмо случается. Проснись и пой! Эй, парень, я говорю, подъем! Невежливо спать во время заставки! А? Заставки? Дасти? Ты живой? Воу! Где это мы нахрен? Это первый мир, малец. Здесь живет древнее дерево. Штука в том, что она перестала отвечать на мои звонки, а ее детки просто охренели! Давай же навестим старую корягу, а? Вот, хватай! Почувствуй себя Рэмбо, сопляк! Оу, да! Эта хрень просто здоровенная! И такая крутая! Ха-ха, прям как я люблю! Вот так, мой друг, надо делать заставки! Вот так вот! Абвэ, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Рад Роджерс. Но прежде я хочу напомнить, или сказать, если вы не знаете. С сегодняшнего дня видео на канале будут выходить по одной штуке в день. В 14.00 по МСК, а не по две, как было раньше. Подробности все есть на паблике. Ссылка на паблик есть в описании. Я, скорее всего, продублирую в комментарии, прикрепленном к этому видео. В общем, эта игрушка на самом деле меня очаровала. Причем не даже не тем, как она выглядит, а своими шуточками такими, знаете, достаточно черным юмором. Собственно, именно об этом нам и говорит вот этот вот пункт в меню «Родительский контроль», который включает взрослый язык и кровь. Посмотрим, разубежусь ли я в своем первом впечатлении или нет от этой игры. Итак, да... Но это они слезали, конечно, с Ульфенштейна. Но, допустим, для тех, кто только открывает для себя жанр. Я, можно сказать, в платформерах не силен. Но, естественно, мы будем на трудном. Для опытных ветеранов жанра платформер. Количество жизней ограничено. За 200 камней получаешь плюс одну жизнь. Ты начинаешь игру с двумя сосудами для сердец. Каждая... Подобранное сердце дает половину жизни. Скорость перемещения врагов 125%. Скорость атаки 200%. Подобрав оружие, ты получишь 100% боеприпасов. Период неуязвимости после получения урона сокращается на 25%. Ты получаешь двойной урон. Ну, это не повод не начать на трудном уровне. Let's get him, Dusty. Понеслась, Дасти! Так, там что-то сверху светится. Это круто, конечно. Давай! Отлично. Радикально.
Да, я, кстати, думаю над тем, чтобы заставочку сделать немножко в другом стиле. Не появляясь, скажем так, в кадре. А вы напишите по этому поводу ваше мнение, собственно. Как вам? Понравилось или нет? Я еще не знаю, как это выйдет, ну, как точно выйдет. В общем, если понравилось, напишите. Опа! И сразу полжизни нет. Да какого хрена ты делаешь? Сколько можно оттуда вылазить? Сучка. Что это за Е? Ах, ты живой! Мама с ума сойдет! Может, это тебе поможет в дороге? Может, и поможет. А что ты мне дал-то? Я не понял, что он мне дал, но что-то дал. Вот об этом юморке я и говорил. Это именно то. А так, а сюда? Ясно, это так не работает. Сверху какая-то дискета. Надписью «Save». Угадайте с трех раз, что она делает, да? Так, какая-то тварь там стоит и нас пытается отстрелить. Так, куда я стреляю? Надо не забывать, что здесь мышь очень даже четко реагирует. Так, а что это за хрень? Так, я же могу... Во. Отлично. На самом деле, очень даже прикольно. Веселенько так. Красивенько. Немножко рябит в глазах. Странновато. Запрыгивай, малец. Ну, если у вас рябит, то... То у меня тоже. Пиксельверс. Ищи и уничтожай. Хорошо, будем искать и уничтожать. Уничтожаем! Видимо, это не надо уничтожать. Пикселенная, малец. Похоже, это глюк. Давай исправим. Окей. Это было прикольно. Типа, смешать пиксели, я на самом деле считаю, это достаточно оригинальная штука. Интересная. И чё это такое было? Эй, постой! Я смотрю мир и покажу, куда мы прибудем. Так, круто! Найдем остальные три. Давай найдем. Ах, вот оно что, чекпоинт. Ну да, естественно. Ух ты, беглый огонь! Сколько у меня патронов! 100% у тебя патронов. А я думал, ты геймер. Посмотри на разноцветную шкалу на твоей пушке. А, все, окей. Я там где-то по сторонам смотрел. А она... Это же совсем другое дело. Это меняет вообще суть. Все, так, погоди. А ну, дай я... Ну, куда побежал? Вернись, пожалуйста. Как я на тебя запрыгну-то вообще? А вот так, хорошо. Нет, туда мы пойдем позднее. Куда стрелка указывает, я имею в виду. Эй! Это уже не смешно, сучонка! Куда ты вечно убегаешь от меня? Надо приноровиться. Давай. А гриб какой-то странный, вообще какой-то он... Он такой грустный. Капец. Пошли, Рад! Пошли! Антирад. Ага. Куда только нам, вверх или вниз? На! Салага вообще, слабак. А этого я не ожидал. Этой подставы я не ожидал. Ну-ка. Это тебе, похоже, пригодится. Ну, а что ты делаешь вечером? Уже ребенок, больной ты ублюдок, ё-моё. Не, конечно, взрослый язык и все такое, но не такой же степени. А зачем я сюда запрыгнул, интересно? Если я могу и так сюда попасть или не могу? Должен смочь. Давай, Рад. Радикальный ты наш. Эзэ. Так как это платформер, тут, скорее всего, будет куча каких-то секретов и остальной фигни, которые я вечно профукиваю во всех играх. Ну, беги сюда, сучка. Куда ты делся? А как это ты? Ух ты, прикольно. А я думаю, как он сюда забежал? Гаденыш маленький такой. Белка такая.
Ленивые жопы разрабы забыли поставить тут платформу. Ну-ка исправим ситуацию. Ну-ка исправим. Опять 25. А куда мне вообще за платформой-то ломиться? А нехило меня ударило. А вот и платформа. Так, подождите, а что с другой стороны? Да, интересно, что будет, когда у меня полностью жизнь здесь уйдет. Секунду. А, ничего. Не-не-не-не-не. Вернемся. Вернемся. Мне заново все брать или как? Хорошо. Надо быть аккуратнее. Нет, заново ничего брать не надо. Давай. Окей. У него жизни на самом деле там предостаточно. В этом мире пиксельном. Чё ты жопой-то повернулся, а? На самом деле я не знаю, кто играет здесь на легком уровне сложности, потому что как бы... Если это сложно, то я даже не знаю. Нет, это первый уровень, подумайте, конечно же, но все-таки. Отвалила белка! Эй-эй-эй, нет-нет-нет, зачем? Гадина, вези меня обратно вниз. Интересно, мы тут упадем, с большой высоты разобьемся, нет? Ладно. Так. Белчатина. Подождите, тут что-то было? Каска какая-то шахтерская и сердце. И тут что-то. Вот, видимо, так мы сюда и пойдем, да? А ну-ка. Моя жена обобрала меня до нитки. Забрала все, кроме этого. Что ж, держи. Да. Давай. Так, а как же мне сюда попасть-то? Странно. А, это, конечно, пахнет подставой, но, по-моему, попробовать стоит. Или нет? Ладно, давайте попробуем. Хитрожопа, хитрожопа. Найдена секретная зона. Понятно. Ну, тут пока что такие плоские секреты. Да, да, да. Но время сокращено, и поэтому меня успевает даже два раза штырануть. Тут ничего нету, да? Ладно. У меня одна жизнь. Два удара, то есть. Грубо говоря. Не, полтора. Три, то есть. Так, здесь я не собираюсь падать вниз, на самом деле. Еще беглый огонь? Или что это? No mushrooms needed. Да, да, да. Сохранялочка, подожди. Да что ты вечно делаешь? Тут патронов нету, все. Да. Что-то мне там говорили про 200 этих камней. Как? Я вообще-то не туда хотел. Я вечно теряю мышь. Я еще-то не туда хотел, но все-таки сбегаем. Radical! Отлично. Что дают эти секретные зоны? Ну, шапку я понимаю. Мы одели шахтерскую шапку. Это, конечно, прям мега-мега. Ну, а то, что находишь секретную зону... Короче, не знаю, ребят, но мое личное отношение к вот таким вот пустым секретам... Ну, да-да, камни, это факт. Эти зеленые... Но в целом, пустой секрет для меня это абсолютно никакого смысла не имеет. Прикольно, слушайте, это платформер очень даже четкий. Выглядит как детская игрушка, но на самом деле интересно. Так, ребята. Хочешь немного кристаллов мед? В смысле, просто кристаллов? Я угощаю, первый раз бесплатно. Как всегда. Сука, это было четко. Вот это было четко. Вот именно из-за этого она мне понравилась. Никому не говори, но ты мне нравишься. Держи это в знак моей симпатии. Ты гонишь? А ну-ка ты. Чёртовы геймеры, впустишь одного, так все повалят, как муравьи. Ей-богу, забирай, катись. А что это такое ты мне дал-то? О, это же совершенно новый уровень. Это все меняет. Великолепно. Побежали, рад. Да, сохранялочка. Порой жалею, что у меня нет пого-палки.
А, это здесь я был, окей. Окей, здесь я был, хорошо. Побежали, побежали, побежали. А еще аккумулятор в камере меня подбешивает совершенно. А теперь он вообще даже и 35 минут не держит, сколько он там держал. Ладно, хорошо, чувствую, на днях будем покупать новый. Но окей, не беда, я думаю, справимся. Я очень надеюсь, конечно, что дело здесь исключительно в аккумуляторе. Очень. Так, подожди-ка. Что это за хрень? Что-то какая-то башка львиная. О, хоть бы объяснили. Жаль. Чё я промазал? Окей, давай, давай, давай. Не, подожди, верни мне. Это не круто. Куда вы ломитесь, все твари, а? Ага, сейчас. Как я вас тут порвал-то всех? Чётко. Не всех? Подождите, подождите, сейчас возьму. Эта штука была крутая, сродни дробовичка. Что такое? Чуть не нарвался, правда, на них. Так, берем. Это уже четвертая, третья часть. Хорошо. Да. Ага. Окей. Так, еще один разрыв. Ага, как всегда. Тихо, тихо, тихо. Опаньки! А тут уже какая-то хрень, которую я могу уничтожить. Прикольно. Секундочку, здесь что? Ничего. Здесь ранг. Радикальный Роджерс. Это что? Да я... Завали их всех. Что это такое? А, держать надо. Прикольно. Прикольно. Здоровски. Так, там этот кусок. А как же мне туда попасть-то? Тупо вниз, строго вниз. Ну, хорошо. Жизнью, ну, это первый уровень, безусловно. Если бы меня тут порвали, это была бы вообще фигня. Так, что это за хрень? Это хреново крутая бита? А, слушайте, действительно крутая, нифига себе. Что-то вас слишком много стало, твари. Они меня с ней убить не могут, да, типа? Прикольно. Зашибись. И эта фигня упала. Тебе нужны все куски выхода, чтобы завершить уровень. Время сваливать. О, похоже, дверь открыта. Камера решила меня с ума просто свести. Ладно. Прошу прощения, друзья, но, блин, это меня бесит просто нереально. Ну, ладно, хорошо. Где-то здесь еще один секрет, потому что в менюшке здесь нам светится, что один секрет мы не нашли. А где же он может быть, если я все осмотрел? А, здесь он может быть, хорошо. Поздравляем, тебе попалась бумажная шляпа, головные уборы в игре. Да, хорошо. Окей, нам сюда? Все нашли. Давай ускорим как-то это, нет? Ага, окей, окей. И все это длилось 12 минут. Отлично, 100%. Ну, в принципе, как бы я не сомневался. Первый уровень, что тут там сложного-то? Прикольно, тут даже такое есть. А что, я могу заново пройти? О, ты понимаешь, а это что такое? А, это главное меню. Ну что же, весело, весело, весело. На самом деле тут нас много чего ждет. Если вы поддерживаете эту игрушку, обязательно ставьте лайк. Мне на самом деле она понравилась. Ну, заметно по мне, когда мне игра нравится, да? А вот, завтра же поеду за новым аккумулятором, потому что я планировал это видео сделать подлиннее. Серьезно, я планировал сделать его подлиннее, но, увы, я не могу себе это позволить, потому что это просто меня сведет с ума. Это аж никак не позитивные эмоции, когда просто заряжаю камеру каждые 5 секунд, блин. Бесит. Ладно, я думаю, мы даже как-то это отпразднуем. Покупку нового аккумулятора, я имею в виду. Часовое какое-нибудь видео в Мордоре зафигачим, а может даже чуть побольше. Посмотрим.
На этом на сегодня все. Если понравилось, обязательно ставьте лайки и пишите что-нибудь в комментариях, что вы думаете по этой игре. На этом все. Большое спасибо за просмотр вам всем, друзья мои. Еще раз, если кто не понял, на канале теперь будет выходить одно видео в день. Это не пожизненно, это вот пока что. Пока что. Подробности есть на паблике. На этом уже совсем-совсем все. Еще раз большое спасибо и... Ба-бай!